Государственная ветеринарная служба Московской области – большая структура, насчитывающая 89 станций и лечебниц, 14 лабораторий, порядка 1500 ветеринарных специалистов. В День ветеринарного работника, который ежегодно отмечается 31 августа, во Дворце культуры «Видное» состоялось совещание, где подвели итоги работы. На 85% к этому времени снизилось количество очагов особо опасных заболеваний животных, в том числе передающихся человеку. Мы сократили количество случаев бешенства в Московской области в десятки раз. То есть мы начинали с 300 случаев, сейчас их всего 13. На столы нашим жителям поступает только качественная и безопасная продукция. На совещании присутствовали представители администрации и депутатского корпуса округа. Первый заместитель главы администрации Ленинского округа Альберт Гравин отметил важность ветеринарной службы в жизнедеятельности муниципалитета и всей страны. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю вас и ваши коллективы с профессиональным праздником. Своим трудом вы стоите на страже здоровья и жизни человека, контролируя безопасность и высокое качество продукции, животноводства, проведение мероприятий по профилактике опасных заболеваний. Я, конечно, поздравляю с профессиональным их праздником, желаем всем здоровья, счастья, мирного неба, и чтобы они лечили так же, как нас доктора лечат, лечили и наших животных. Профессия ветеринара особенная. Более полувека лечению животных посвятил кандидат наук в области ветеринарии Евгений Варламов. Стоял у истоков формирования Ленинской станции по борьбе с болезнями животных. Мне приходилось работать в разные специальности. Я акушер-гинекологом, да, и эпизоотологом, да, и выполнять обязанности администратора. Мне приходилось и преподавать, там и на курсах быть преподавателем, и за рубежом вести курсы. Сегодня ветеринарные специалисты сталкиваются с новыми вызовами – проверкой возможностей службы и эффективности ее работы при ликвидации инфекционных болезней и, главное, недопущению их дальнейшего распространения и предотвращения огромного экономического ущерба на территории региона. На мероприятии наградили лучших работников отрасли. Среди них ведущий ветеринарный врач испытательной лаборатории Ленинской станции по борьбе с болезнями животных Рита Войтюк, которая в профессии уже почти 30 лет. Ветеринарные врачи лечат не только животных, а лечат все человечество. Мы стараемся внести в нашу жизнь все самое хорошее, помогать людям бороться с опасными заболеваниями. И жизнь, как бы, нашего общества зависит от того, как работает ветеринарная служба нашей страны. В лаборатории Ленинской станции по борьбе с болезнями животных трудится 16 высококлассных специалистов. Современные технологии позволяют проводить в год более 40 тысяч различных исследований. Это гематологический анализатор. Мы его используем для исследования общеклинического анализа крови. Общеклинический анализ крови, с ним все знакомы. Когда вы приходите в больницу и сдаете, вас врач направляет. Здесь же исследуется только, он у нас ветеринарный. То есть исследуем животных домашних и животных сельскохозяйственных. В этом году ветеринары Подмосковья отмечают еще и 140-летие со дня образования Государственной ветеринарной службы Московской области. А значит, сегодня на страже здоровья животных и людей профессионализм, наука и опыт. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ.